Фаривек, мне 15, я учусь в 10-й школе и учусь в дата-центр. Я учусь на двух курсах, моделирование и разработка мобильных игр. В основном я бездельничаю, но я рисую разные вещи, персонажей аниме, мультиков и персонажей игр. В уроке дата все проходит отлично, и мне все нравится. Я бы сказал свой девиз, но у меня его нет. Я хочу стать разработчиком разных мобильных игр и открыть свою компанию.